тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже... Ой, рыцарь. Так, ну давайте все в инсте уже наотъем. Было очень трудно. Я не ловлю. А хины получается у нас Варшама, ДЦ и Кулипан. Он так долго сопротивлялся. Если что, спеку Альмиса есть. Ты бы лучше этот Варшама какого-то отправил, ну, кем-то другим, а Ависа спекнул Вардруг. Это было бы поярче. Ну, в принципе, все равно. Так, захилите там. На Синдрую спек. На Вальку. Все вы будете служить мне. Так, это варенька, тут нет? Так, кем заходить? А, зайди этим палитра, чисто АДК пойдешь, там на леди спекнуться, чтобы нормально в АДК было танков. Пошлите один ШП или ми... А, один ШП в ссылка 25 оп на обычке. Молчать, я собираю. Че не? А ты что, в ванне не пойдешь? Да не, просто. Через сегодня утром он собирал, сейчас собирает десятку. Утром, сейчас 25-ку. Правда, 5.8, вряд ли что сделает. Может, там какой-то шпион видит, где у нас сидит. Завтра схожу, если буду. Если не буду, то, наверное, обычка просто будет. Чат читаете? Стрелка ХМ 25, БДК 6.20, леди Дарки мимо. Не знаю. Не, чат просто собираюсь. А че это за гильдия? Perfect One. Да новое что-то образовалось, пока меня не было. Да не, вроде старое. Там самогон. Ну, самогона вроде персонаж. Ну да.
Ну там на нем играет этот Канара, что ли, или кто там? Канара, да, кажется. Так и не начавшись, никто. Рыба. Пилогнусь. Бля. Нет. Сумоньте меня. Не до кота, блин. Рыбу поем. Повороте в рейды с нами нет. Да-да-да. Еще так подчеркнул. СЛК 25 хэм, БТК 6.2 с леди. В скобках. С дарков БТК ливнул. Да, походу все БДК у нас в гильдии. Дайте, дайте, пожалуйста, фулл баф и вот что я бафы. Сейчас захожу, захожу. Давайте дружно зайдем на БДК и будем ему писать БДК 6.5. Ваня, Ваня, Варенька, ну черкани ему там по-быстрому. Паладины, паладины, каску на себя бафните, пожалуйста. Да-да-да, кресты расставь. Пожалуйста. Сдал кресты, кому не хватает крестов? Молока. А, сори, Трис. Бафы, бафы. Все, все. Все готов. Если в одном кемпе стоим, нахера РД добить? Именно хп.
Какой ПР у катапульта? 20. Ой, это я могу собирать, допустим, если он никому не надо? То у меня брина нету до сих пор, как бы, в ПВП. Да не, мне тело не надо. Туда шеером буду бегать. Туда будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Паладины желтой печаткой не долбите, пожалуйста. Ой, там буешка, говорит, валяется какая-то. Только не себе забирай, сука. Отнимите, пожалуйста, баф от темной магии, нечаянно бафнул. Справа сливаем, слева нет. Чувствую. Трэш забери справа. Моб далеко ушел. Да кого никто просто слева не бьет. Кто леди ловит? Я послушаю. Подвожу. На кого там первого на пулемете кто ловит? Дротрамблер?
Да, Ротрамблер пусть ловит на меня сало. Ну, в контроль, в смысле. Испальте, леди. Дайте гимн на маму. Когда? Ваша смерть неизбежна. На ПВ пойдет? Я на корабле в Даларан слетаю, мне нужно догемиться. 6 дырок. Закупи, пожалуйста, сокет на интеллект один. Я тебе дам голду сейчас, хорошо? Давай, без проблем, захочу. И фласку на. И пожрать чего-нибудь захоти. Да, телок вам не нужно, пацан? И бухла. Бухла. Там мясо маринованное. Огурчиков не забудь. У меня мангал есть. А, шампиньоны можно пожарить. Кого, шампиньоны? Ну, на мангале. Ой, не дразнись так охотно сейчас. А что, на мангалах шампиньоны жарить, я не мясо? Странные вы какие-то. Что, прикольно получается? Получается вообще. Попробуй. 4 рыбы копченые захотелось. Че закоптить? Щуку. Да не, перенгасики или скумбрию. Ну или окуня тоже нормально. Время, деньги, дорог. В школу. Дайте, пожалуйста, лапу.
300 баф. Интеллект маги. Так, после кораблей... Пушка, после кораблей релогнуть. Ты вот, по-моему, набрал за много хилов. Так просто, ну, я не знаю. Я жду Синдру Лану там. Профа, ну профа это такое. Там много не нахилишь. За весь рейд берется? Если ты не ядру. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. Ну бас какой-то умер. Латный комплект доспехов сильно превосходит по бурсту агильного комплекта, если на паладина собирать. Это может сказать только тот, кто собрал оба. Здесь таких, наверное, нет. У меня оба. Да. Не спит, наверное. Чего не убили? Ну, я не знаю, но вот прям все шмотки латные на паладины, это такое себе, короче. Было бы все так просто, Слава, я бы давно уже бы поставил этот калькулятор. Я бы не спрашивал. Если есть цель дать какой-то максимум там, это зависит не только от сборки, а от много чего еще зависит. От пинга, от сервака. Вот там Джерем рассказывал про атаку уроги, что отклик сервера 0.7, а атака. Да, слышал. Это атака там сколько? 0.3. Под бустами. Это, ну, большая разница. Ну а если принять тот факт, когда если эта воля прокает на 700 хосты, он начинает бурстить. Я про то и говорю, что сервак не даст. Опа! То что мне надо? Смоните, пожалуйста. Говорят, неправильно хоста работает. На офи хоста работает, вообще заебись. Прожал тринку на хосту, блять, начинаешь просто в два раза быстрее хуярить. Запускайте босса, кольцо надо кому-то? Алпич тут в ШП.
релогнуть по-быстрому. А возможно такое, чтобы у чувака 3-4 вот так на этом сервере? Он говорит то, что у него, спрашивает, сколько пинг у тебя, он говорит 3-4. Можно, возможно это такое? Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя... У меня с процессорами 5, с 1050 FPS на трэше 3-4, 10. Мой мальчик погиб у врат гнев. Что еще тут говорить? Дайте кулак. Ризи, ты тут? А, ты хуярь, я броню поставлю. Кулак по себе, паладин. Там времени осталось. Сколько времени до пула? 25. Наконец, когда будет 10-5 секунд. Блять, ДБМ не можешь себе поставить, что ли? А я релогался, у меня время сбилось. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеть? Выкинула. Без кота. Не коните, пожалуйста, урон потрачу. Шеста. Я же в Долоране гемлюсь, говорю же. Как подобает. В Награнде, рядом с матерью и... Я не успел, я не знаю. Но меня не сумонили, я думаю, ладно, хуй с ним.
Это не принципиально. Что тебе нужен? Дайте в трэш ДПС. На протопал, ой, на протоварах очень хороший меч. Блин, надо было зайти. Ты взял мне сокет? Да, сейчас принесу. Подожди. Ты купил мне фласку? Да, и тёлок ещё. Тут одна молотка есть, пацаны. Слышишь, тебе на ДД фласку? На ДД фласку дать. Есть. Дай мне мой фрейм. А кто сейчас опахал? Ты не принцесса, что ли? Сейчас убьем Вальку, дам почту. Если будет тебе. Так, какой шанс выпадения там, это переименование имени, там, расы, что там? Мне просто 50 тысяч продают. Справа почта. В начале. Это за квест стоит. Не надо его трогать. Я просто видел, 30 тысяч продавали. Что, мы пахалку убивали? Здесь пишет, ты пахальный тухлопуз. Что можно за это 30 голды за квест? Кто рискнёт за 5 кгп запустить? А, кстати, да. Вдохнуть все запахи. Этот бомб, говорите, стоит. Как на чем пойти? Эта херня пала не диспелится, по-моему, только престом. Не знаю почему, но меня больше всех этот трэш бесит на принцах. Вот честно, вот жиза. Честно, почему, да? Разве хилишь, херак фаншот. Дайте столько, пожалуйста. Ты на офи не был, там трэш я ебал. Thank you.
Поставить шкаф с умением без мода. Так приятно всех станет. Да нормально, не запустим, не ссып. Рыба перед волком. Петровичем. Если я шкафню, пожалуйста. Ставьте столик. Столик, пожалуйста. Давайте запускаем, короче. Глупые смертные, думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Спасибо. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Я тут, я успел. Странно, никто не умер. Может, пахалку убрали, и эта херня сейчас нормально работает. Может. Генетика, блин. Весело полетать. Уи. Уй, дурак. Ладно, бейте босса, пока на генетике не стоял. Как раз три. Моя чаша полна, и прольется кровь. Аксанар был досадным недоразумением. Силу сферы позволит вам. Прольется чаша полна. Насладитесь болью.
Видел, как сейчас к нему, короче, на рейхе отбежал, пришел, рубанул топором, его сразу убил. Да, 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 давай сюда сразу сходу. О, купи два. А, ты уже тут, блядь. Блядь, надо портоваться. Суманете меня к боссу. Ну, Филиппец левого, а кто там Альпич правого водить? Контрольте. Где там Альпич? Или кого-то давай правого. Я уже за контролем, чего там Альпич. Ну. И знаете, сейчас советник прибежит, кто-то в ловушке будет, советник, видите? Он 4 за контролем. Сейчас жалуются на то, что люди во время рейда чарят шмот, бегают Долоран. Вот. Смот у нас пропустил два босса, я ему отнял 400 ИП за корабли с руками. Суманете меня к боссу, хорошо? Я не хочу пропускать. Ты где? Скажи, в Долоране или где? В Оргре? Да, да, да. Сейчас постой там, я сейчас через этого, через хардкора что-то передам тебе. Я один камешек забыл себе напилить. В каком месте ты? Аукцион. Где? Аукцион? Да. Сейчас подойду. Все, я смоюсь уже поздно. Это могу подождать секунду, я уже добежал. Нажмите салаку, пожалуйста. Алприста. Наташа, умирал кто-то? По приколу, да. Туда. Я голодна.
Всех виснет, нет? Да не, нормально. Бля, что-то пин 400. Кнопки иногда через рашнуть. Вот ты стебешься, так лужу лить. Да блин, что-то ездить все проходит, значит, не сложно. Чумка. Синдром. Да, давай. Может кто-то сделать сокет на интеллект, кто сейчас в рейде? Говорю, ну дай обмен мне. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через... Есть, есть у кого-то наложение чар? Вань, тебе гем скрафтить или что? Да-да, инту. Можете скрафтить даже два тонну сокета, я один регом и голдой дам. Если есть рег. Да, ну, с собой нет рега. Собой... Давай обмен, давай обмен. Очки нашел. Ты себе прости, ты там просто ваншот. Ну не совсем.
Не знаю, что танки не могли забрать, пока его кайте. Не, ну я раз докастовал, второй раз я не докастовал, короче. Спасибо огромное за штуки. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Нет. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину... Дальше он ему висит. Вы заебали своим шкафом, что вы бегаете туда-сюда? Так все здесь. Надо. Сегодня шкаф зареет. Сразу с умом давайте. Барыги. Мне 51 карта. Лев по боку. Да я уже спектр саману трядю. Нет. Пейте без демона, хуй сон. Мои раны.
мне. Герои, еще немного. Говоря на феру дали. Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Берите квест. Грудак. Слышь, Войт, а нахуя ты чек проводишь перед пулом? Ну просто, я не знаю, зачем ты кнопку жмешь, если результат потом не смотришь. Ну я нажал, нет, так говорю, все, погнали. Хуй знает, нахуя ты это делаешь. Еще вопрос, а нахуя нам паладины в рейде, которые бафы не могут раздать нормально, в частности, холипал? Ну ты же рел. Так ты же лок, Трисси. Как-то там ты баф. Так что, что я лок, я по мане не сажусь или что? Ясно. Все с тобой. Ну давай вообще никому кресты не будем бафать. Все могут регенить ману. Так кресты на всех есть, если чё. Кроме тебя. Ты же лох.